цель нашего мероприятия, вы знаете, ну, многие из вас, наверное, были у нас на САС-форуме осенью прошлого года. Там мы как раз первый раз вообще заговорили о новом направлении, по крайней мере, как САС в России вышел в новое направление в сельском хозяйстве. И нам было очень приятно, что данное направление, ну, действительно, аудитория была живая, была интересная. На самом деле, больше пришло делегатов, чем мы рассчитывали, честно говоря. И этот интерес мы решили, ну, будет несправедливо, если мы как-то забудем про этот интерес и не будем его поддерживать. И, собственно, сегодня хотелось бы данное мероприятие посвятить тому, куда отрасль развивается, как, ну, с точки зрения, скажем так, более общефилософских, нормативных каких-то вещей, целевых вещей, так и с точки зрения практических каких-то вещей, что уже реализуется в отрасли, что работает, что не работает, а что выглядит очень перспективным и очень хочется попробовать, и мы делаем только первые робкие шаги. Ну и, в общем, наверное, все наше сегодняшнее мероприятие, оно будет примерно так и поделено. Мы начнем, скажем так, от общего к частному, ну, а потом, я надеюсь, мы закончим какими-то перспективными вопросами, перспективными темами. Что касается организационной части данного мероприятия, у нас, я даже открою некоторые слайды, у нас будет действовать интерактивная платформа, в которой можно будет задавать вопросы. Мы все эти вопросы будем видеть, вот буквально, более того, все вопросы, которые будут задаваться, они будут видны всем. Соответственно, можно будет писать, задавать новые вопросы, можно будет ставить, как это сейчас модно, лайки к уже обозначенным вопросам, они будут в рейтинге повышаться. Соответственно, после выступления я постараюсь, если вопросы, ну, если тайминг будет позволять, постараюсь после каждого выступления наиболее интересные вопросы, которые будут уже заданы через эту программу, озвучивать спикерам, мы их попробуем пообсуждать. Соответственно, как попасть? Landspeak.ru, заходите, код мероприятия 8306. Соответственно, там будет возможность задавать все интересующие вопросы. Это первый такой вот анонс, что у нас будет происходить. И второй. Я хочу анонсировать новый телеграм-канал. Вот он вот так вот выглядит. В этом телеграм-канале, ну, вот буквально, наверное, только первый пост появился, может быть, второй уже. Тем не менее, хотим его посвятить различным новостям цифровых технологий для сельского хозяйства, как локальным, так и со всего мира. Конечно, анонсировать какие-то новые мероприятия, которые будут проходить в будущем, ну и по результатам мероприятий, самые важные ключевые моменты, безусловно, тоже освещать. Ну и анонсы и релизы наших новых разработок, наших перспективных тем или уже давно зарекомендовавшихся себя.